Лето – это не только пора отпусков, но и ремонтов. Кто-то приводит в порядок свою квартиру, а кто-то весь многоквартирный дом. Благодаря краевой программе в этом году на территории района будут отремонтированы 15 многоэтажек. Подробности в следующем материале выпуска. Начиная с 2015 года на территории нашего района успешно реализуется краевая программа капитального ремонта многоквартирного жилого фонда. Участие в ней дает возможность жильцам ремонтировать инженерные сети, кровли, фасады домов. Сумма на реконструкцию собирается постепенно за счет ежемесячных отчислений владельцев квартир в фонд капитального ремонта, который впоследствии берет на себя решение всех вопросов, начиная от выбора подрядчика и заканчивая контролем качества выполненных работ. В этом году будут отремонтированы 15 многоквартирных домов, как в городе, так и в поселениях, на общую сумму около 50 миллионов рублей. На сегодняшний день работы завершены уже по 3 многоквартирным домам, по 5 домам работы ведутся. По 3 домам, по кровлям подрядчик уже выполнил подготовительные работы, очистил чердачное помещение строительного мусора. В первых числах августа планирует приступить непосредственно к самим работам. И остается 4 дома, которые также в середине августа согласно по графику, который разработан подрядчиком, согласован с фондом капремонта, также планируется работы начать, чтобы до конца сентября, середины октября максимум строительно-монтажные работы на домах были завершены. Торги на проведение капитального ремонта славянских многоэтажек выиграла новороссийская компания «Элемент Югстрой». Работы выполняются в срок и на должном уровне. Подрядная организация «Элемент Югстрой» зарегистрирована в городе Новороссийске. У нас на территории Славянского района впервые, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны, так как работы выполняются, нету ни жалоб со стороны жителей. Жители на тех домах, где работы ведутся, довольны. Даже есть дома, где собственники хотят по итогам завершения работ написать благодарственные письма в адрес подрядных организаций. Сейчас подрядная организация выполняет ремонт многоквартирного дома по улице Красной, 37. Здесь полностью заменили окна в подъездах, заканчивают ремонтировать фасад. Также проведут реконструкцию систем отопления и канализации. Жители таким переменам только рады. Спасибо администрации, спасибо этой компании, что они начали строить. Ребята очень добросовестные, работают очень хорошо и делают хорошо. Я сколько контролировал тут, ходил. Вот у нас бригадир, вот тут у них это. Они нормально работают. Краевая программа будет работать и в следующем году. В планах на 2021 год отремонтировать еще 18 многоэтажек. Сейчас ведется сбор необходимых документов. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».